каждый раз наполнить снова. А речь же столь цветиста, бесконечна, что никогда слова не кончатся. И можешь ты всегда словами без кошелька любую охмурить. Ну, от такого слова выражения кипит башка умение. Ничего, немножко покипит и перестанет. Башка же не кастрюля. Я надеюсь, крышку не сорвет и стенок не расплавит, коль ты немножко нервную систему свою заставишь изъясняться лихо. Можно было бы мне попробовать так сделать, но опыта в данном слова изъявления не имею я. Ну ничего, приходит все со временем. Сначала что-то ты не мог, к примеру, писать сам не мог ты. Но потом ты научился и теперь прекрасно писаешь один и без меня. Я прекрасно писаю и сам. Ну вот, ты новому всегда способен научиться, но... Но против ветра не всегда хорошая идея писать. Против ветра писать ты не должен. Но главное, что делаешь все сам. Ну вот, и снова возвращаемся к той теме мы со следствием с тобою. Один из нас в катане, а другой констебль булимия. Снова расследуем мы дело. Задает вопросы кто-то, другой же отвечает очень смутно. Но очень это смутно, все в стихах. Очень смутно, нервно, непрерывно. Да, ну что ж, давай начнем. И кто же из нас теперь... Катани будет. Давай попробуем наоборот. Меняться ролями. Сначала ты, потом я. Потом снова ты, потом снова я. Ну ладно, давай. Кто начинает как, скажи? Теперь я буду капитан катания. Хорошо же. Давай начнем. Итак, начнем же. Капитан, сегодня мы позвали вас за тем, чтобы... к вам свой обратить пытливый ум. Хотим мы знать, чье это тело здесь лежит, поскольку с дыркою оно давно уже не дышит, в груди и ножевых ранений насчитали мы штук 20. А также есть стрела, утюг в причинном месте и букет цветов, засунутый в гортань. Отлично. Как раз сегодня утром и думал я же, зачем позвали вы меня сюда. Мои догадки были верны. Оказывается, что-то произошло. И так вот, стою я здесь и слушаю вас, и не могу понять. Еще попробуйте руками вы пошире жестикулировать, поскольку когда вы что-то... мнете, вот так вот, то это микромимикой зовется и ухудшает понимание вас. А я как, когда так делаю, я как рэпер становлюсь. Прекрасно, это никто не заподозрит, что вы рэпер, поскольку знают все здесь, что комиссар Катани вы известный. И почему зовем всегда вас столько, поскольку отличаетесь вы остротой ума, и быстро нам всегда даете вы ответы по всяким там вопросам бытия. Точно, это я. Это я, капитан катания Джей-Зи. А почему Джей-Зи? Джей-Зи, потому что я начал жестикуляцию руками, и это само ко мне пришло. Так может быть тогда вейсайт немножко вы покажете вот так вот. Слегка фартово будете немножко, вы вот так вот, CIA, KIA, NS the greatest. Больше пальцами вы будете показывать там знаки афроамериканцам, что смотрят нас сейчас из дальних стран. Да, но это West Side, а у меня Underground. А, Underground. Underground, Донской Underground. Донской Underground. Донской Underground. Хорошо же, вот так. Но к трупу мы вернемся, скажите нам... Слышишь ты, вот так. Вот так вот говорят? Да. А почему вот так вот говорят? Зачем такой жаргон они избрали? Не могут что ли как-то по-человечески они со мной поговорить? Невежественные люди и мало у них культуры.
Поэтому такое движение используют они в аббревиатуре. Я понял. Хорошо. Итак, убийство. Кто это? Вернемся же к убийству. Да. Скорее. Начнем с того, как утром я проснулся и вижу ваше сообщение на пейджере. На WhatsApp писал я. На WhatsApp? У вас переадресация, возможно, включена. И с WhatsApp на пейджер все приходит. Так бывает. Интересно. Те, кто до сих пор застряли в 90-х, стараются они на пейджер все себе принять. В WhatsApp не отвечают никогда. Да. Да. И еще хотелось бы мне подметить, утренний кофе был очень бодрящ и вкусен. А труп при чем тут? Труп. Так, а что за труп? Вот, это мы хотели вас спросить, поскольку вы являетесь экспертом. Хочу подметить, что являюсь я экспертом. Так мы только что об этом же сказали. Да, вы говорили, я хочу это напомнить и очень точно подчеркнуть. Да все уж помнят это, 200 раз мы это сказали наряду с тем, что мы рэперы донского изъяснения. Я эксперт во всех делах криминалистики. И рэпа? Рэп это как побочный эффект криминалистики. От моей криминалистики. Ну, кстати, точно, ведь там же гэнг-бэнг. 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 Хорошо, давайте поменяемся ролями. Теперь кота не буду я, а вы констебль. Давайте. Задавайте мне вопросы. Капитан Катания, наконец-то. Ладно, следующее мы видео запустим.